Краткий обзор 6 серии. Наконец, сумка с деньгами оказывается в руках Беллы, и она собирается отвезти ее своему покровителю. Однако тот отказывает ей в доверии и забирает Катран. Униженная Белла узнает, что курьером на этот раз им была выбрана Соня. Черкасов мечется по городу в поисках Сони. Белла инструктирует Соню перед встречей, а также советует не доверять музыканту. Поняв, что Соня с деньгами уехала без него, музыкант бросается в погоню. Соня не может допустить, чтобы музыкант ее догнал. Она подстраивает аварию.